Всем привет! Давайте затестим новый костюм на Фрею, посмотрим, как она будет держать оборону. Она здесь на 20-х эмблемах и на разлиме. У нее отличные просто статы и брони, хп очень много. Но интересно посмотреть, как будет вообще работать ее вот эта механика с уклонениями. Возьмем вот такую вот команду, сразу пойдем с Гримблом. Вот интересно, она уворачивается только от прямого урона. Если мы мультанем, получается, он миньонов снимет, а от прямого урона она увернется. Или если она будет уворачиваться, то и миньоны будут оставаться. Ну и также посмотрим, сколько хп будет у этих миньонов, потому что 25%, ну это много. Полетели. Так, что у нас по полю? У нас очень много желтых, и это отлично. Давайте сразу Крис соберем. И мы ее почти вынесли, но мы это делать не будем, а попробуем ее все равно зарядить. Так, давайте пробросим вот так вот красные. Отлично, и в принципе можно вот так вот синие. Все, она ультует. Так, и сколько хп вот эти вот миньоны? 430. А чё так много? На всех? Да, 430 хп. А сколько? У неё 25% всего. 430, но это очень много. Теперь нам, в принципе, можно заряжать фиолетовые. И попробуем снять этих миньонов. Но пробить их будет сложно. Попробуем еще Скади, наверное, взять. Сможет ли она так? Вот у нее, кстати, включился талант вот этот. И она замедлила Гримбла. Угу. Так, ну нам нужно найти фиолетовый. Давайте все-таки Крис взорвем. Да, и вот у нее бонус, видите, сразу срезалась мана. Так, можно вот так вот пробросить. Мы, в принципе, могли сейчас легко вынести, но нам как бы... А, ну да, и у нее снялся вот этот дебаф. Ну тогда мы можем, в принципе, вот так вот сделать. Ну и еще раз перезайдем просто. Так. Пусть ультует. Бам. Отхиливаемся. Так, так, так. Да, ну тут еще не факт, что мы их сейчас вот так вот вынесем. Ну ладно, ну давайте перезайдем тогда. Давайте попробуем вынести вот такую вот оборону. Она здесь не на разлиме, но как-то это на ворота не будет. Ну и сразу поменяем команду атаки. Возьмем и Скади, и Гримбла в одном тапке. Ну и попробуем все сразу проверить. Полетели. Так, что у нас по полю? У нас есть фиолетовых немного. Ну и сразу их будем пробовать заряжать. Так, вот так вот можно сделать. И в принципе... Давайте вот так вот пробросим. Отлично, и мы зарядили наших фиолетовых. И теперь можем заряжать уже Фрею. Так, вот так вот сделаем. Все, она ультует. Ну и-ка сейчас посмотрим, будут ли они уворачиваться. Так, давайте отхилимся. И ультуем Гримблом. Так, ну да, смотрите, он их все снял. Ну и некоторые герои увернулись. Это, конечно, минус, что вот так вот можно снять всех миньонов. Тогда получается и Гармек, которая четверка. Но он также будет всех снимать и хилить. Давайте скопируем ее ульту, ну и посмотрим, как они будут промазать. Вот этот Октрас и вот Надаха. Так, все, увороты есть. И давайте вот так вот пробросим. Пусть они ультуют. Ну и попробуем Фрею зарядить и ультануть Скади. Так, бам-бам. Уклонилась, отлично. Точнее, уклонился Кирилл. Так, все, мы вынесли. И давайте заряжать Скади. Ой, Скади эту, Фрею. Так, все сделано, пусть это ультует. Так, у ворот, и сейчас мы активируем Кирилла. Все, да, срезаем. Ну и вот Скади. Так, уклонилась. И мы, короче, их вообще, что ли, не пробили? Так, а мы их что-то вообще даже не тронули, не затронуло их. Так, ладно, посмотрим потом, разберемся. Я что-то даже не понял, а почему они... А, нет, смотрите, один стак повесился. Давайте вот так вот пробросим. И, в принципе... У нас еще есть шанс как бы зарядить еще раз Скади.
Так, культуем. И давайте вот так вот фиолетовый пробросим. Так вот собираем. Все ультует на даха. Пускай у нас как раз у ворота. Так, ну-ка, увернется кто-нибудь. Да, двое увернулись. Отхиливаемся. Все, и дозаряжаем, да, синих. Ну, мы сейчас ее вынесем, наверное. Бам, да. Ладно, давайте еще раз перезайдем, только чисто со скади сюда. Давайте возьмем вот такую вот команду, если что, просто хел будем блокировать, чтобы они не заряжались. Так, отлично, и синих как раз много. Давайте их и собирать. Так, есть. И... В принципе, мы синих сейчас так соберем. Давайте-то вот так вот лучше пробросим. Все, готово. Тогда мы активируем таунт. И вот так вот пробрасываем. Все, вот сюда вот зеленый. И она зарядилась. Практически не зарядилось все. Так, все, ультуем Кириллом, срезаем броню. Ну и вот скади, ну-ка. Да, она, короче, смотрите, они могут уворачиваться прямо вот от этого урона, получается. Видите, на ней ничего нету. А вот эти не увернулись, и на них повесился вот этот стак. Но это, конечно, плюс. Да, это отлично. И также получается, что они уворачиваются вместе с миньонами от прямого урона. Потому что по ней не прошел вот урон, она увернулась, и миньон остался. А на этих вот он снялся. То есть, получается, гримбла можно снять. Теми героями, которые снимают миньонов, они и будут снимать. А вот если просто прямой урон, то она будет уворачиваться вместе с миньонами. Ну, нормально. Так, и давайте ультанем сюда хел. Ну-ка, увернуться. Нет, никто не увернулся. Ну и все, в принципе, можно выносить. Давайте возьмем вот такую вот команду, ну и посмотрим, сможет ли она уворачиваться вместе с миньонами от шотеров. Ну и останется ли на ней вот дебаф от Рейны, потому что она еще помимо урона прямого может повесить вот это травление ядом. Полетели. Так, что у нас по полю? У нас есть немного фиолетовых, и давайте их начнем собирать. Так, вот так вот можно пробросить. Все, Фрейя зарядилась. Давайте вот так вот желтый. Есть, подъехали фиолетовые. Это отлично. Так, ну вот это Йора мы сейчас не будем ультовать, потому что она миньонов вынесет. Нам нужно ультануть Рейна. Хотя вот в этого можно, потому что он против фиолетовых очень неприятный такой. Да, отлично, так. И давайте, ой, не так сделал. Ладно, мы его еще все равно вынесем. Так, сработала у него пассивка, но это не страшно. Так, все, смотрите, зарядилась Рейна, у них у ворот, и давайте вот фуфу ультанем и посмотрим. Бам, уклонился, и миньон остался. И, короче, смотрите, дебаф не повесился. Ну, вот это уже, конечно, круто. У нее ровно такой же навык, как у этого фиолетового героя месяца, который шотер был, Арфаниас или как его там. Только у того процент огромное уклонение. Так, ну давайте их выносить, да, понемногу. Ну что, ребят, вот такой вот был герой. С первого места Кснафольда она, конечно, не подвинет, но на центр этот герой, в принципе, и подходит нормально. У нее отличный класс вот этот, что когда ее выносишь, срезается мана. Также талант, в принципе, для обороны нормальный, потому что, ну, он бывает реально включается, и ты просто кого-нибудь героя своего не можешь дозарядить. Ну и миньон у нее, конечно, хоть и написано, что 25% здоровья, но хп у них, ну, очень много. Также шанс уклонения 36%. На бете, когда она была, там было что-то около 50% уклонения, но в релиз, видите, какая вышла.
В обороне они часто включаются, вот эти уклонения, но в атаке будет чуть реже. В принципе, костюм нормальный, так что, ребят, удачи вам в ее поимке. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения и всем пока.